Миколаевич Саакашвили. Уважаемый Анатолий Васильевич. Это рабочий визит. Естественно, я не ожидаю прорыва от первого рабочего визита, и предстоит кропотливая работа по скорейшему решению накопившихся в наших отношениях за последние годы проблем. Ясно, совершенно ясно одно. Взаимоотношения между Грузией и Россией требуют коренного пересмотра. На данный момент они находятся на совершенно неприемлемом для обеих сторон уровне. Они не только взяли у меня часовое интервью, но они нашли кадры детства моей жены. Ну и что, что Шеварднадзе все время ругал и крыл Россию, а этот говорит про дружбу, все равно им нельзя верить. Россия, сильная Россия, не должна бояться конкуренции, потому что мы не можем отодвинуться на 3000 километров к Европе, и я не смогу, естественно, даже если даже был, имел бы такое желание, Россию сдвинуть на 2000 километров направо. Естественно, это мы привязаны к этому региону. Никто не нормальный, при нормальной среде, никто не сможет составить Россию конкуренцию в смысле влияния на наш регион. Мое желание, чтобы Грузия была свободна от всех вооруженных сил всех стран, потому что Грузия это не поле битвы между Соединенными Штатами и Россией. Боже упаси от такого развития событий.